YouTube, привет. Вот не всегда все получается аккуратно снимать и прочее. Еще одна будет, наверное, рубрика, как снимать лючки бензобака. Значит, это у нас Jetta 7-го года. Вот такая красота. Значит, что? Вот она у нас резинка, и вот они у нас выступы. Раз выступ, и с обратной стороны два. Вот здесь они как раз стоят. Немножко его надо вверх, он из зацепа отсюда выходит. И здесь вот даже видно эти выступы. Вот так она, эта красота, стоит. И вот сюда, вот в это место, закручивается один шурупчик. Вот такой вот. Все легко, в принципе, и просто. Но если знать. А для того, чтобы знать, надо полезть в интернет и один раз посмотреть. То есть пытаемся, значит, сначала нижнюю часть как бы вверх подаем, потом верхнюю часть вот эту вот вниз подаем. И он вот так вот выходит. Вот и все. Все легко и просто, если знать. Почему? Потому что полез он в интернет, а там никто нету. Вот поэтому решил снять еще маленькую киношку. Я думаю, это пригодится.